Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и в этом видео первые минуты после листинга криптовалюты MOVR. Ее запускают в 4 торговых парах. Я запишу только с USDT. И будет интересно, какой будет волатильность, потому что обычно, когда в 4 торговых парах, то довольно большой идет скачок. Ну, будем смотреть. Я надеюсь, никто не рискует большим депозитом в первые минуты. И вы сможете купить ее, когда она немного откорректируется. Вот. А так будем наблюдать за ценой. И опять же, это видео в копилочку наших листингов. В нашем плейлисте уже 160 видео, даже чуть больше. Поэтому смотрим дальше. Итак, началась торговля. Минимум был 386, максимум 540. Сейчас показывает 16% роста, даже
Итак, прошло уже 2 часа, мы видим, что объем продаж не очень большой, изменение волатильности в минуту хорошее, то есть по 1-2%. И мы видим, что в первую минуту было изменение у нас 39%, сейчас цена снизилась к нижней границе и стала 398%. А сейчас поднялась до 442. Вот. И вот такая вот криптовалюта. В принципе, 20 миллионов объем торгов не так уж и много. Но все равно есть возможность заработать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачной торговли. Пока-пока.